Итак, здравствуйте, с вами Blacks325, и сегодня я проведу обзор боевого набора Аэрзеля. Аэрзель — это один из участников боевой дюжины под командованием императора Бородиуса. Император Бородиус и его Бакуган Дуарак. У меня есть две эволюции, но Аэркор куда-то пропал. Ну ладно. Рассмотрим, пожалуй, в закрытой форме сначала Бакугана. Это Вентус Страйк Флайер с кодом. С Дивиной кодом. Вот такие. Вот он так выглядит. Очень интересно выглядит. Вентус знак. Ну ладно. Теперь, пожалуй, рассмотрим Бэйл Дурбайн в закрытой форме. Это доспех. В мультике он был золото, но у меня, к сожалению, бронза. И без DNA кода очень жалко. Вот так вот, отверстие для вставления. Ну вот. Теперь посмотрим в открытой форме, как раскрывается, когда его ставишь на карту. Вентус Страйк Флайер. Вот он раскрывается так. Вы видите? Ну, а теперь посмотрим его полное открытие. Полное открытие его легкое. Для начала надо открыть два запасных крыла. Потом надо открыть ноги, а потом только рог. Ну, я не думаю, что это рог, но это на самом деле, наверное, не рог. Вот, видите? Вот у нас Страйк Флайер Вентус. Такой Бакуган, очень интересный, мне он нравится. На Плифиона похож. Теперь рассмотрим доспех Бэтл Турбайн. Вот он. Доспех Бэтл Турбайн. Очень доспех интересный, бронзы. У него 80 G. Вы могли видеть этот доспех уже в моем видео коллекции Бакуган, часть 5. Там тоже был, это был первый боевой механизм, как я его тогда звал. Сейчас их зовут доспехи. Это был мой, ну, который я купил, первый боевой механизм, который я показал. Вот так вот. Ну ладно, пожалуй, сейчас мы рассмотрим Бэтл Турбайн на Страйк Флайере, а пока я быстренько закрою Бэтл Турбайн, я скажу вам интересную новость. 15 мая, ну, кто смотрит, это уже после 15 мая, может найти это в моих видео. Ну, а кто это смотрит до 15 мая, то есть, ну, сейчас или завтра, то вы можете ждать видео Бакукон в Москве или Бакуган турнир, часть вторая, или выпуск второй. Потому что я поеду снова 15 мая, и там уже мы проведем совместный обзор с Антоном Поповым. Вот, будет классно очень. Ладно, я закрыл Бэтл Турбайн, сейчас проведем Вентус Страйк Флайер, боевой порядок. Боевой порядок нужно вот так закрыть ноги. Боевой порядок я тоже рассказывал в коллекции Бакуган, часть 5. И вот так вот крылья. Так вот. И вот у нас боевой порядок. Берем Бэтл Турбайн и ставим. И вот что получается. Вот. Чем-то смахивает на Плифиона, ведь это брало начало от него. Или наоборот, Плифин брал начало от Страйк Флайера. Все может быть. Ну ладно. Посмотрели вот так. Как там было. И теперь давайте закрывать. Для начала давайте Страйк Флайера вытащим из боевого порядка. И закрываем, пожалуй, его сначала первого. Вот он. И теперь мы можем его закрыть.
Сначала закрывается это очень легко. Сначала мы закрываем дополнительные крылья, а потом мы закрываем рог. Потом мы закрываем ноги. Вот, видите, закрыли. Потом мы закрываем вот так вот. И там мы закрываем хвост. Сейчас покажу. Мы закрываем хвост. Вот так вот крылья держим. Так, держим крылья и закрываем хвост. Вот. Надо сначала обязательно закрыть крылья, а потом только хвост. Иначе вы можете всю конструкцию сломать. И, наверное, вам будет жалко такого хорошего бакугана. А, я забыл сказать вам общую G-силу. Общая G-сила будет равна 850G. Очень много. Хотя и не достигает ультрасильных бакуганов. Это начиная от 900G. И доходя до 1300. Остальные вроде как бы все подделки. Ну ладно, давайте закроем Battle Turbine. Battle Turbine закрывается легко. Мы берем так. Потом берем так. Потом вот так. Так и так. И вот мы закрыли Battle Turbine. Очень интересный доспех Battle Turbine. Все это происходило действие на карте ворот Fire Reflection and the Start of Battle Bakugan's Fab Printed G-Power. Карточка третьего сезона. Ну ладно, вы, наверное, уже слышали, что у меня будет много доспехов. А, да, не могу сказать. Ну ладно, с вами был Blacks325, пока.